бы сюда позвать Валентину Савельеву. Я хотела бы вам подарить диплом лауреата международного конкурса. Если вы захотите записать свою песню, вот вам сертификат на производство третьего видеоклипа бесплатно на студии «Ночного такси». Также сертификат на право проведения творческого вечера в программе «Час шансона» с Юрием Кураловым. Это собиратель-коллекционер шансона, который понимает, что сейчас любая российская эстрада – это все шансон. Он будет рад с вами сотрудничать. Также подарочный сертификат от «Радио Океан Плюс» в номинации «Автор-исполнитель». Они с удовольствием проведут с вами творческий вечер, а у них очень большая аудитория. Также на нашем радио в течение 2 лет мы будем транслировать ваши песни. Это еще не все, поэтому как бы то, что работа проводится, отчеты я вам присылаю. Если какие-то приглашения куда-то, я вас с удовольствием приглашаю. Валентина Савельева. Я бы хотела бы сейчас позвать сюда победителя в номинации «Авторская песня». Татьяна Суздальская. Мы вам дарим диплом победителя. Также сертификат на производство третьего видеоклипа бесплатно от студии «Ночного такси». Также на право проведения творческого вечера в программе «Час шансона» с Юрием Курановым. Также в номинации «Автор-исполнитель» на право проведения творческого вечера на радио «Океан Плюс». Также на бесплатную ротацию 2 треков на нашем радио «Ньюиндиго». То есть 2 года они будут на радио постоянно крутиться. И еще один сертификат от радио «Новая тема» на видеоинтервью и ротацию вашего видеоинтервью с размещением и ваших треков. Кроме бумажек еще, вы понимаете, да, что бумажки – это ничего по сравнению того, что мы делаем. Я очень рада видеть всех здесь, подружиться. Я очень благодарна Виолетте и очень благодарна вам, Ольга. Спасибо большое. Также я хотела бы сюда пригласить победителя в номинации «Литературное произведение» международного конкурса фестиваля Алексея Шаранова. Пожалуйста, диплом. Если вы вдруг решите сами спеть, записать, либо того, кто споет ваши песни, опять же, третьи бесплатно на «Ночном такси» видеоклип, я хотела бы, чтобы вы сделали творческий вечер на радио «Океан Плюс». Это, пожалуйста, бесплатно, все контакты здесь есть. И также мы ваши треки, либо стихи будем 2 года, естественно, транслировать. Спасибо большое. Скажу пару слов. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку. Я буду дальше вас радовать своим творчеством, а именно поэзией. И, возможно, даже займусь в ближайшее время вокалом. Я думаю, у меня это получится. Будьте счастливы и дарите друг другу улыбки! Ура! Мало того, что да, быть поэтом, еще артистизм должен быть вот именно такой. Сегодня победитель номинации «Вокальное исполнение» Ольга Соколова. Не то, что спела, ты сегодня сыграла именно роль актрисы, патриотической, так мало кто может петь, на самом деле, патриотику. Это мы тебе обязательно афишу будем делать бесплатно, если ты захочешь в любой момент. Ну, видишь, как нужно, да? И это, естественно, что ты у нас на радио, новые треки, пожалуйста, посылай, сделаем. Ольга является организатором ретро-дискотеки и, в принципе, занимает очень такие должности интересные, творческие. Она тоже может привлечь вас на выступление. Мы недавно сами выступали в центре, реабилитационный центр для инвалидов, где все на колясках. Но вы не представляете, это очень внимательные слушатели, которые слушают душой, танцуют на колясках на инвалидных, да. И они именно чувствуют и поддерживают так, как, наверное, зал на самом деле должен это все делать. Она учредила такой приз, как диплом международного конкурса фестиваля «Ньюиндиго», как приз зрительских симпатий. И она сейчас хочет наградить. Дорогие друзья, приз диплом международного конкурса фестиваля «Ньюиндиго» награждается в номинации «Приз зрительских симпатий» Ирина Гоголева. Ира, раз собралась петь свои песни, то она должна петь и записывать видеоклипы, на которые у нее будет сертификат. Также я хочу, чтобы она сделала творческий вечер в номинации «Поэзия». Также мы обязуемся и ротируем ее песни на радио «Ньюиндиго». И я хочу, чтобы она еще, мало того, что она еще сделала в номинации «Автор-исполнитель» творческий вечер на радио.
Поэтому это все тебе. Итак, вот это прекрасные девушки, девочки, это и есть дуэт эмоций, которые только практически в начале творчества своего пути, но сделали уже большой проект авторской песни «Маяки любви». Сейчас они думают, как это все сделать, причесать, чтобы это все было на самом деле профессионально. А пока мы даем диплом лауреата международного конкурса, именно дуэт эмоций. У вас есть три песни, вы легко можете третье видео сделать бесплатно на студии «Ночного такси». Я бы хотела, чтобы вы провели свой творческий вечер в номинации «Автор-исполнитель» на радио «Океан Плюс». И я бы хотела, чтобы вы провели свой творческий вечер как дуэт эмоций в номинации «Поэзия». Это будет очень интересно, если вы привлечете маму, я думаю, ей будет очень интересно. Также мы ваши песни гарантированно ротируем 2 года на радио. Также мы вам хотим подарить сертификат на ротацию на волнах радио «Новая тема» и на видеоинтервью с последующим его размещением на ресурсах радио и видеоканале «Новая тема». Любые консультации, любая помощь, любое сотрудничество с удовольствием привлечения в концерты. Вы знаете, мы недавно были от Владимира. Центральный дом на Кузнецком мосту буквально недавно был у нас. И там можно будет делать скоро капустники для поэтов, для авторов-исполнителей. Там шикарный зал, полукруглый, шикарный звук. То есть, я думаю, это у нас удастся, и мы совместно сделаем проект такой, что я смогу всех, кто участвовал у меня в любом из 9 фестивалей Неон-Диго, приглашать на творческие вечера, либо устраивать их творческие вечера. Поэтому я с удовольствием сотрудничаю, призываю вокалистов сотрудничать с поэтами, поэтов сотрудничать с вокалистами. И все, что зависит от меня, все, что в моих силах, если чего-то не знаю, я попытаюсь узнать для того, чтобы помочь любому виду творчества. Итак, спасибо всем за внимание.